Приветствую всех из Одессы, еще покамест 10 мая 2023 года. Время сейчас 23:30, и буквально 15 минут назад поступила информация о взлете стратегического бомбардировщика Ту-95МС с Мурманской области. Пока фиксируется один борт, но не исключено, что к нему могут присоединиться и другие борты стратегической авиации. Также сообщают о том, что возможен пуск шахедов с юга. Огромная просьба ко всем реагировать на сигналы воздушной тревоги. Вчера ночь прошла более-менее спокойно. Масштабных ракетных ударов по территории нашей страны не было. Также не было масштабных пусков шахедов, как это было позавчерашней ночью. Там было запущено что-то порядком 60 шахедов. Вчера, по-моему, два или три дрона запустили на Днепропетровскую область, и все они были уничтожены силами нашей противовоздушной обороны. Что будет сегодняшней ночью, неизвестно. Будьте бдительными, расслабляться не стоит, потому что могут быть удары и бомбардировщиками. Сегодня я опубликовал видео, сообщал о том, что в акватории Черного моря находится 5 ракетоносителей с суммарным залпом 28 калибров. Ну и, соответственно, могут быть пуски шахедов. Всем мирного неба, тихой, мирной и спокойной ночи. Берегите себя, берегите своих близких. Подписывайтесь на канал, как информация будет обновляться, я сразу же буду ее сообщать. До встречи, всем пока.